Привет, вы на канале Няшки-двойняшки. Давно у нас не было видосиков, как у нас не было времени. Сейчас мы в больничном, поэтому у нас появилось время. Или снять обзор новогодних подарков. Самый главный подарок вы уже видели в коротком ролике. Сейчас я вам покажу его поближе. Мы его назвали Варник. Посмотрите, какой милый. Он выглядит сейчас по-другому, потому что мы вчера постригли. Варник, привет. Мы уже знаем немножко команды. Маш, ну-ка покажи, как он умеет нам лапу подавать. Давай, Барни, садись. Дай пять. Молодец. Ну, дай лапу. Кусай. Дай лапу, да. Он умеет сидеть, лежать, давать лапу, давать пять. Умеет сделать команду ручки, да? И еще мы пока учимся команду стыдно. Вот такой вот подарок у нас от Деда Мороза. Барни, ну покажись. Опа. Вот такой Барнюська. Вот такой красавчик. Вот и Даша прибежала. Сейчас я вам расскажу. Нам еще подарили вот такую вот 3D-ручку. Да, я уже много чего делала. Вот, я сделала вот такой вот домик. У него еще тут ели были. Вот такой вот домик. Сделала Hello Kitty. Вот еще там много мелочи, да, мама сделала. Подружке дарила, вот, короны. Вот еще большая у меня не доделана. От нее всегда что-то отлетает. Ну, пока все 2D у тебя, надо уже учиться, да. 3D именно. Это же 3D ручка. Надо объемные предметы. Но ты уже научилась, как управлять ручкой. Быстро, удобно, да? Вот еще вот такая вот у меня есть корона, да, я ее забыла показать. Я ее сделала за час или два. Такая вот красивая у меня корона есть. Маленькую подарила Куроме, а вот большую я оставила себе. Вот, тут у нас еще нам подарили румбокс. Это вот такой вот делать домик. И вот у нас немного, вот есть еще недостроенный домик. Вот он. Такой вот красивый домик, да? Mm-hmm. Вот такой вот у него какая-то картина, по-моему. Ну, их две разные комнаты. Да. Еще вот. Но для маленьких детей рановато. Наверное, с лет 10 вот нормально такой. Такие наборчики вот эти вот. Вот я прям на 3D-ручку, да, вам запала как-то. Mm-hmm. Вообще сразу же. Также подарили много вещей, конфеты, да. Это мы не будем показывать, да? Конфеты уже все съедены, сладости все съедены. Да. И там еще школу, такое все. Да, и бомпер же нам подарили. И бомпер в школе, да. Да, Даше еще подарили много-много бисера. А, мама, она у нас любит заниматься бисером. Да, вот тоже с 3D-ручки. Да, для Даши делаю. Вот Даша любит плести, кто вот не знал, да, это все она плетет. Вот, покажи, Даша, как открываешь шкатулку свою. Вот, я еще много друзьям раздарила. Да, и мне она вот такую подарила свинку. Вот она все плетет у нас тут. Это еще, да, это тут мало всего. Да, вот такое колечко. Красивый. Российский флаг. Ой, да, лягушка вон. Вот ягодка есть. Это еще половина колец. Она мне дарила вот такое вот обычное кольцо, а тут ягодка. Mm-hmm. А тут тоже как я ягодка. Тоже дарила. Вот такое. Вот такое она дарила, только тут была розовая ягодка. Mm-hmm. Еще нам подарили набор модных свечек. Свечек. Да, сейчас мы хотим попробовать сделать несколько фигурок. Мы сам процесс снимать не будем, но покажем итог, что у нас получилось. Вот. Что на картинке и что у нас. И так коротко просто заснимем, да? Смотрим, что тут внутри. Здесь вот формочки такие разные. Сам воск, парафин. Такие маленькие формочки. Я уже выбрала формочку. Да. Это колечко я называю бекончик. Бекончик. Вот. Сейчас вот каждый себе выберет, какую форму будет делать свечу. А я уже знаю. И мы просто, ну, коротко так быстро покажем. Я вот долго на не будем. Буду. Это кто? Единорожка. А у меня вот такой вот кит. У Маши кита. Это рогакит. И вот еще единорожка. Инструкцию и начнем делать.